момента первого появления в аквариумах более 100 лет назад пугальщики были и остаются любимцами. Этому способствует великолепная окраска, многообразие видов и форм, и, как у всех, интереснейшее поведение. Специально для съемок был предварительно подготовлен метровый аквариум, оформленный под биотоп тропического африканского ручья. Течение обеспечила мощная помпа. Специальное перемещение камеры наряду с движением воды и характерной для природных вод взвесью создавало иллюзию реального африканского биотопа. Прежде чем отложить икру, самке предстояло выбрать себе достойного партнера из двух конкурирующих самцов, которые поначалу свободно приближались к скорлупе кокосового ореха, предназначенной стать будущим гнездом. Со временем самка сделала свой выбор, и на второго самца обрушились гонения со стороны обоих партнеров. По большей части самка остается внутри скорлупы или поблизости от нее, а самец патрулирует окружающее пространство и осматривает территорию сверху. Самка тоже нередко поднимается повыше и старается контролировать все, что происходит. По мере того, как готовность самки к нересту возрастает, у нее появляется яйцеклад, сначала небольшой. Самец тоже стремится осмотреть гнездо внутри, но недолго. Самка этого не любит, она ему не доверяет и выгоняет его на охрану территории. Видно, как он периодически прогоняет второго самца, а самка зорко за всем следит и иногда тоже принимает участие в гонениях. В результате неугодный самец отгоняется от гнезда и прячется. Видно, что нападающий самец окрашен ярче гонимого. Усиление яркости окраски брачных партнеров обычно свидетельствует о приближении нереста.
Периодически самка контролирует периметр гнезда и беспокойно оплывает его снизу. Если отвергнутый самец попадает в поле ее зрения, она плывет на помощь выбранному самцу, чтобы поскорее прогнать агрессора. Тем не менее, феромоны, готовые к нерасту самки, все же очень привлекают отвергнутого самца, и он приближается к гнезду, но неизменно отгоняется. Обратите свое внимание на движение плавников самца. Это своего рода сигнал готовности к спариванию. Продолжение следует.